Не надо вот так вот, как произошло, Наталья Ивановна ездила, разбиралась по моему поручению с этими цыганами. Ну, обидели людей ни за что. Ну, так надо извиниться и объяснить цыганам, что если происходит какое-то происшествие, это все люди должны знать, особенно те, которые совершили правонарушение и преступление. Если вы где-то нарушали, есть список. Совершено преступление. Тем более, что наводку бросил на цыган. Ну и отрабатывали, переборщили. Ну извинитесь. И люди поймут. Не надо, знаете, плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось, извинись. Надо разумно быть, не надо людей считать своими врагами. А там вот эти цыгане, они такие-сякие. Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или же поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает. Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека.